Сори, Анатолий. Ганя, ты что сотворил-то, расскажи. Прям внучка переговорит. Я все, влюбилась в Ганю. Да. Алекса, это было славянское приветствие, да? Да. Три раза. But yeah, happy to be back. Happy to be back. What up? Старая и новая школа? Ну, оцени. Семен, у кого лучше, в МБА или у нас все-таки? А почему не отвечает? Не, я хочу, чтобы он ответил. Семен, ты можешь ответить, я на камеру вопрос задаю? Семен, Семену. Больше того, Семен Сергеевич, Семен Сергеевич. Саймон. Не знаю, что-то не разговор, что-то сегодня, ребята. Ты, я и Ганька тоже. Он по математике. Наш брат. Дмитрий, сюда надо еще. Сюда, да. Она еще одна сюда. Да. Больно было тебе вчера? Да, был бронзовый. Бронзовый. А с этой не больно? Не больно. Ну, смотри, давай. Mello, you have one leg made for people see tattoos, yo? No, because I got tattoos here. It's just a style for right now. And then I might not wear this no more. Let's go! Be competitive. You always fighting for them top spots and who's going to be the best team in the league. So every time you match up with them, it's going to be a dog fight and a good game. Фантастика. Включены просто максимальной красоты. Не просто Рубилова, еще и красота. Еще и красота. I mean, the show was great. I mean, a lot of people were into it. I mean, I don't know too much of what he was singing, but it seems like it was good. Everyone was singing to it and, you know, flashlights. That was a pretty good thing. It felt like almost like a playoff atmosphere when I looked in the stands. I mean, I felt like every seat was taken. Мысли о том, что надо держать полностью концентрацию. Любой игрок опасен с периметра, и с первого по пятый номер все могут решить исход встречи, атаковать трехочков и в пост заходить. Вот поэтому очень важно было защищаться командой. Никого не смотрю, что в игре не сбивается. Все игроки вовлечены в игру просто. Игра сумасшедшая.
Oviedo, I believe, was our defense, especially in the beginning of the game, but throughout the game we didn't lose our focus and we did a lot of good things on the 505 defense. Любимчики на ЦСКА, здесь армейский спорт. Очень круто, домашняя арена всегда помогает. Спасибо болельщикам, спасибо Басе, что сегодня все пришли, нас поддержали и были единым целым. Это очень круто играть в такой атмосфере. We got the win in front of our home fans, so it feels good. And you know, we came off a loss last week, so we had a long week of practice, and to have this win feels good. Сами прекрасно знаете, что команды как «Зенит», «Уникс», «Локомотив» — это такие принципиальные соперники. А каждая победа друг над другом, она, мне кажется, идет такой в отдельный какой-то зачет. Вот, поэтому приятно побеждать серьезного, сильного соперника. Я думаю, что мы сделали шаг вперед сегодня, это точно. Thank you.